Всем здравствуйте! Меня зовут Александра Филатова. Я живу в городе Тула. Одним из моих хобби является рисование. Мне очень нравится рисовать природу, особенно горные и морские пейзажи. В конкурсе решила поучаствовать с работой, которая называется «Парусники». Низ картины выполнен текстурной пастой, верх масляными красками. С нетерпением жду ваших комментариев и оценок. Всем участникам желаю успеха и вдохновения. Спасибо за внимание. До свидания.